Итак, наша первая бутылка. Посмотрите, здесь я играла на контрасте. Прозрачная блестящая бутылка, которая сделана, покрыта рисовой, разрисованной такой бумагой, с надписями, вот такая, такая вот действительно в стиле рустико сделана эта бумага. И сверху украшены у меня косички с листьями, которые непрозрачные, такая грубая фактура. Что я сделала здесь? У меня есть вот такой шпагат бумажный. Я его раскрыла, получается, вот отрезала такой кусочек, вот этот шпагат, и я его раскручиваю и раскрываю, потому что он очень широкий, плотный, и у нас вот получаются вот такие вот красивые широкие листья, даже с разводами здесь. Мы можем их покрыть краской, можете взять другие шпагаты, есть белые, есть серые, есть там цвета, ну, например, бежевого цвета. И вот такой широкий лист. И вы его можете подрисовать, вы его можете объемным приклеить. Можно вот, вот они у меня просто в свободном полете, как говорится. Я их не приклеивала. И вот эту косичку я тоже сделала только в некоторых местах. Я прям вот точечные приклеивала. Потому что если я захочу поменять направление вот этой веревочки, этого декора, или снять его, это можно очень легко делать, не испортив бутылку. Вот такие листья. Потом бутылки были оплетены, вот такая натуральная стебель, вот такого интересного он качества, посмотрите. И вот я взяла его, взяла вот этот шпагат и оплела, просто сделала косичкой. Все очень просто и, как говорится, смотрится, ну, мне нравится, эффектно. Пожалуйста, вот это старый способ, такой примитивный, но очень смотрится оригинально. Я вам предлагаю вот такую идею.